Демонстрирую, дорогие друзья, что работает установка кастомных циферблатов. В моем случае смартфон Galaxy S24 Ultra и часы Huawei Watch 3. Ну, неважно, какие они, в принципе, все будут прекрасно работать. Так, нажимаю циферблаты еще. Переходим в вкладочку «Все циферблаты». Дальше нажимаю «Я». И вот здесь нажимаю первую вкладочку. Опс. Все, теперь ищу циферблат. Вот циферблатик Seiko. Нажимаю «Установить». Идет установочка. Обращаем внимание сейчас на часики. Есть. Как видите, все установилось, хотя здесь показывает сбой. Но циферблат прекрасно встал и стоит. Кстати, он также будет закреплен в описании видео. Ну а теперь подробно об инструкции. Поехали! Так, ребят, ну что, погнали, значит, мы с вами делать-то инструкцию. Давайте, удаляю я приложуху. Значит, если у вас стоит приложение официально, его нужно удалить обязательно, иначе никак. Далее, ссылочка будет в телеграм-канале, где будет вот эта вот бета-версия. Вы нажимаете сюда «Сохранить загрузки», либо сразу отсюда ее просто установить. Устанавливаете. Это только одно из дел. Все, мы его с вами установили, но пока что ничего не запускаем. Мы с вами идем в приложение. Нам нужны настроечки. Пожалуйста. Далее мы идем с вами в приложение. Вот у меня. И здесь мы с вами вводим, значит, MSH. Или как он там называется? Сейчас я посмотрю, ребятушки. Специальный продукт. HMS, да? Есть вот такая их внутренняя приложуха. Вот она всплыла. Ее нужно обязательно удалить, иначе ничего не получится. Находите ее и удаляете. Все. Когда же вы устанавливаете данное приложение, вы должны понимать, что покупки у вас уже не будут даны. Далее, ссылочка будет еще в описании видео на сайт ФОПДА, где есть более подробная информация, и там, в частности, написано. Для связки часов, именно вот с версией для того, чтобы устанавливать кастомные циферблаты, для связки часов Huawei, начиная с GT3, с устройствами Huawei и старых Honor, рабочих модов нет. Нет рабочих модов. На новых модов, начиная с Honor 50, моды работают нормально. Учтите это. Это нужно учесть обязательно. Так, теперь, значит, поехали дальше. Удалили. Вот теперь мы с вами можем и запустить нашу приложуху. Запускаем приложение. Всплывает вот такая вот сейчас юзернамы. Короче, вот ждем 3 секунды. Что сейчас произойдет? Бац. И нажимаем вот так. Теперь принимаем, разрешение даем, устройство, добавить устройство, начинается сканирование. Здесь, как обычно, все, подключаем устройство. Когда мы удалили вот этот внутренний сервис, теперь уже 100% устройство добавится. До этого могло быть проблемка. Так, теперь я выключаюсь на минуточку для того, чтобы ввести свои данные и войти в аккаунт. Данные ввел, теперь жду соединения. Все. Соединение произошло. Даю разрешение остальные все, которые потребуют у меня данное приложение. Нажимаю «Продолжить». Здесь готово. «Продолжить». Включаю. Видите, нужно дать разрешение. Разрешаю. Выхожу. Готово. Окей. Разрешаю, разрешаю, разрешаю. Окей. Все. Все, дорогие друзья. Я уже в приложухе. Теперь что, значит, я делаю?
Нажимаю циферблаты. Обращаем внимание на часики. Сейчас специально я включу, чтобы не гас экран. Дальше нажимаю на «Я». Ну, это «Мои», значит, да? И теперь нажимаю вот сюда, верхняя, самая верхняя, вот эта вот надпись «Разрешить» на внутреннюю память. И здесь вот уже циферблаты, где вы их там скачаете. Я вам Seiko одно, потом Gold Seiko и еще командные часы тоже сюда добавлю. Давайте первую установим. Установить. Прошу обратить внимание, как все происходит. Приложение хоть и выдает ошибку по итогу, но циферблат все равно встает. Обратите сейчас внимание. Раз. Готово. Видите, командирские часики встали. Здесь нажимаем латер. Возвращаемся обратно. Опять нажимаем. Теперь ставим Gold Seiko. Установить. Ожидаем. Эти три циферблата я добавлю в описании этого видосика. Пройдете, скачайте. Все. Gold Seiko готово. Хотя, видите, написано «Сбой установки». Тем не менее, установочка, как вы видите, происходит. Если вдруг все-таки будет ошибочка, вы берете, вот так нажимаете, заходите в приложение, идете, останавливаете его, во-первых, идете в хранилище и очищаете кэш. Кэш очистили, запускаете обратно, ждете, когда будет соединение с часами. Все, и пробуйте все по новой, и у вас обязательно все получится. Вот такая незамысловатая инструкция. Надеюсь, что она была вам полезна. Обязательно пишите в комментарии о результате. Ну и, естественно, лайк, подписочка от вас. Ну и все телеграм-канальчики, которые доступны в описании видео. Пока!